США затопило город, который только оправился от наводнения. По информации газеты, затопленную улицу Мейн-стрит недавно восстановили после наводнения 2016 года, которое нанесло серьезный ущерб и привело к гибели двух человек. Предупреждение о чрезвычайной ситуации было выпущено в воскресенье в 16:40 по местному времени, 23:40 МСК, уже в 17:20 МСК понедельника. Департамент пожарно-спасательной службы округа Говард, к которому относится город, сообщил о том, что уровень воды пришел на убыль.